Приветствую. Вас. Вы знаете, я должен сказать, что психологи, психотерапевты не занимаются лечением депрессии. Мы помогаем человеку разобраться в себе. Я бы сказал, что вот глобально ваша проблема, на мой взгляд, заключается, первое, в подавлении своих чувств, в запрете их. Вот. А второе – это то, что вы не замечаете ничего, кроме своей депрессии. Вот. Ну, то есть, если у вас есть диагноз, например, есть у вас диагноз, допустим, а вы ничего не замечаете, кроме этого диагноза, себя. О чем это говорит? А, ну, в первую очередь это говорит о том, что вам, вероятно, не особо чего интересно. Ваша жизнь. Вот. Это вот, ну, так вот, для начала. Что вам, может быть, не особо что интересно в жизни вашей, кроме вот этого диагноза, как вариант, да, ну, как вариант, вам не особо что интересно. Вот, понятно, что точнее быть, и другие основания, безусловно, но пока не было иного, пока вы не предоставили подтверждение иного, я думаю, что вот эти два основных момента. Первое – это запрет на то, чтобы чувствовать, вот, то есть, ну, запрет на свои ощущения, это первое, вот, и второе, это, ну, вот, как бы, так вот сказать, отсутствие интереса к жизни, ну, то есть, вот, вам, ваша жизнь, насколько она интересно, ваша жизнь вам. Вот. Это, ну, как бы, важный момент, на мой взгляд. Вот. Это важный аспект, на мой взгляд. Ну, по моему мнению. Вот. В принципе, то, что я хотел бы вам сказать, то, что я хотел бы вам ответить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Конечно, понятно, что решать вам, да, исключительно эти моменты, а вот решать вам, но вот больше, точнее, вам, наверное, не скажет никто. Ну, опять же, потому что в это все упирается. Вот, так или иначе, все упирается в это. В чем вы
себя ограничивается там и так далее. Вот. Это важно. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было как, ну, как минимум интересно. Вот. Как максимум даст вам возможность сформулировать обратную связь. Вот. Которая послужит началом психотерапии. Вот. Вот то, что я могу вам сказать, то, что могу вам ответить. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь обязательно за помощью, не стоит тянуть, не стоит затягивать, потому что само по себе не пройдет. Вот. То, что вас беспокоит, и то, что вас волнует, само по себе не исчезнет. К несчастью. Вот. Поэтому вам нужно выбрать только максимально доступный для себя способ терапии. Вот. Прикинуть по финансам, по времени. Вот. И дальше уже, я думаю, можно будет выбирать, дальше уже можно будет смотреть, дальше уже можно будет решать. Сначала вот постарайтесь выбрать максимально удобный способ, максимально приемлемый для вас вариант работы, максимально приемлемый для вас вариант психотерапии. Вот это такой ответ, который, на мой взгляд, наиболее корректен будет. Удачи вам еще раз. Я желаю всего вам самого доброго.